Череда сходов граждан в поселениях муниципалитета продолжается. На этот раз встречу провели в поселке Черноморский. Участие в ней приняли глава района Адам Джерим, его заместители, руководители муниципальных служб и общественность. Исполняющая обязанности главы Черноморского городского поселения Надежда Янушенко выступила с докладом о проделанной за первую половину 2021 года работе и рассказала об основных направлениях работы администрации. Содержание ремонта дорог в поселении. В соответствии с заявками председателей ТОС и жителей выполнены работы по отсыпке и грядированию дорог поселения. В рамках заключенных муниципальных контрактов произведены работы по ямочному ремонту, установлены недостающие дорожные знаки, нанесена дорожная разметка, в том числе и на пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Стоимость мероприятий составила 702 тысячи рублей. Одна из проблем поселения – аварийное состояние Дома культуры. Исполняющая обязанности главы поселения также доложила о ходе подготовки документации для ремонта здания. Для участия в программе развития культуры разработка проектно-сметной документации для выполнения работ по капитальному ремонту Черноморского дома культуры на сегодняшний день заключаем договор с подрядной организацией ООО «Владлен» на выполнение проектного обследования здания Дома культуры. На сходе жители могли пообщаться с районами и местными представителями власти. Большое количество обращений связано со сферой жилищно-коммунального хозяйства. Также люди интересовали такие вопросы, как реконструкция парка в поселке Черноморском, газификация хутора Новопетровского и отлов бездомных животных. В конце встречи глава Северского района Адам Черим обратился к жителям поселения. Вы молодцы, молодцы, в целом молодцы. Каждый, кто выступал, говорил о своей боли, о том, что пережито и то, что хочется увидеть. Говорит, что не доживем, поверьте, доживем. Поэтому всем здоровья, всем благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем. Следующий сход граждан пройдет 29 июля в Северском доме культуры.